Каждый год во время самых длинных каникул городские школы продолжают свою работу. Летние лагеря дневного пребывания работают во всех корпусах. Различные конкурсы, турниры и соревнования для детей устраивают во втором корпусе школы номер 3. Именно здесь свои творческие таланты ребята проявляют на импровизированной сцене «Алло, мы ищем таланты». Не расставаться со своими друзьями даже во время летних каникул. Об этом мечтает каждый, говорит Ксения Гаврилова. Уже 5-й год подряд она посещает школьный лагерь и каждый раз с нетерпением ждет новые конкурсы, потому что здесь удается проявить свою активность и талант. Тут интересно, с нами учителя проводят разные конкурсы. Я участвовала в конкурсе «Мастер-калаш», моя работа называлась «Диснейленд», и я получила грамоту за участие в этом прекрасном конкурсе. Еще я участвовала в разных спортивных соревнованиях и тоже за них получала грамоту. В школьном лагере каждый находит себе занятие по душе. И для спортсменов найдется занятие, и для творческих ребят. В конкурсе «Алло, мы ищем таланты» Настя Жорова проявила смекалку и фантазию. Я показала фокус с кубиком. Как из одного большого кубика появляется 4 маленьких кубика. А еще у нас проводился конкурс «Рисунки на асфальте. Цветы России». Мы рисовали цветы. Я нарисовала цветок семицветик, и мне дали за него грамоту. И в конкурсе «Алло, мы ищем таланты» мне тоже дали грамоту за участие. Показать фокус, который демонстрировала на конкурсе, Настя не смогла, так как не было необходимого инвентаря. Но и здесь она проявила смекалку и удивила нас другим фокусом. Я согнула. Проводить время в душных кабинетах ребята не привыкли, поэтому даже утренняя зарядка у них проходит на свежем воздухе. Воспитатели и вожатые ежедневно стараются увлечь детей новыми конкурсами. Но все же спортивные состязания ребят помладше привлекают больше. Они общаются, они играют. Здесь другие немножко интересы у них появляются, другие игры. И вообще и лагерь, сама работа лагеря предназначена для того, чтобы оздоровить детей в течение летнего времени. То есть в течение года, учебного года, идет огромная нагрузка на детей, очень сложная школьная программа. И на протяжении отдыха в летнем лагере дети отдыхают вот от этих нагрузок. Для этих детей лучшим занятием оказались не компьютерные игры, а живое общение с ровесниками. А чтобы они совсем не забыли то, что учили на протяжении всего года, вожатые устраивают для воспитанников турниры знатоков и уже в игровой форме повторяют пройденный школьный материал. Екатерина Студенова, Степан Дикаленко, новости ТВ «Рассказово».